Здравствуйте, с вами Вероника Поливкина. Сегодня мы не будем делать какую-то супер работу, просто небольшой лайфхак. Как сделать оригинальный букет прямо в грядке. Вот отцвел мой шикарный лук Globemaster. Он невероятно красивый и всегда так жаль, что цветение закончилось. Стоят такие огромные шары, подсыхают. Можно удалить, выкинуть, можно срезать, высушить и использовать в зимних букетах. А можно взять акриловую краску в баллончиках любого цвета. Я обычно расходую на такие вещи остатки, на этот раз золото. Очень хорошо красочку взбалтываем и окрашиваем. Погоду нужно выбрать безветренную, а растения должны быть сухими. То есть после дождя такие действия не проводят. Получились неяркие, но в то же время необычные шарики. Кто заходит в сад, понять не может, что это такое, почему шарики как бы подсвечены. Конечно, можно сделать и красные, и синие, и даже разноцветные. Можно ли делать с другими растениями? Наверное, если они уже высохли. Так окрашивают высушенную гортензию, сухоцветы. Попробуйте. Чувствуете, что погода портится? Начинаются затяжные дожди? Срезайте и в вазу. И делитесь своими идеями и результатами. С вами Вероника Поливкина. Всем доброго. До новых встреч.